Республика Хакасия продолжает приносить нам свои дары и показывать их лицом. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Константин, мы из Хакасии, из Абакана. Вот, рады представить вам нашу продукцию. То есть продукция основана в смысле, то есть на сибирских дарах. То есть это орехи, это ягода сибирская, то есть все, что можно с этим сделать, произвести сладкого, то есть мы производим. То есть упаковываем в такую вот упаковочку. То есть, я бы, наверное, сказал, да не упаковочка, потрясающий премиальный лук. Я думаю, что, в принципе, и глаз цепляется, и сразу видно, что это очень качественный продукт. Да, мы используем, как бы, стараемся использовать традиции Хакасии, то есть оформлять это таким образом, чтобы это выглядело как сувенирная продукция, то есть чтобы ее можно было отправить не только в Россию, да, куда-то за рубеж, представить наши традиции. Вот, ну, вот, собственно, все в таком стиле. Здесь премиальная упаковка, и здесь прям видно, это как будто крафтовая какая-то история, такая народная. Очень здорово, у вас дизайнеры замечательно потрудились, потому что глаз сразу цепляется. Давайте расскажем, что в этих красивых коробках. То есть внутри в коробочках у нас конфеты упакованные. Вот конфеты как раз с разными начиночками. Начинки мы вывариваем сами. Это натуральные ягоды, то есть свежемороженая ягода, вываренная, сублимированная, так называется. Вот, в разных видах степени начинок. Ну, то есть с орешками, без орешек, в глазури все. И все это вот упаковывается вот таким вот образом, собственно. И насколько я знаю, вы пока еще в московском регионе у нас не представлены, но мне уже очень хочется, чтобы были представлены. Давайте, наверное, расскажем про ваши плюсы, про производство, что оно экологически чистое, что у вас прекрасное ценообразование, чтобы поскорее все ритейлеры обратили внимание на ваш продукт. То есть пока мы представлены только в нашем хакасском регионе, то есть юг Красноярского края, в Москве не представлены, собственно, приехали на выставку для того, чтобы вас удивить, вот таким вот продуктом попробовать. Из производства, производство у нас пока небольшое, то есть сами мы себя называем шоколадное ателье, хотя на самом деле такой это небольшой кондитерский цех уже полноценный, в принципе, поэтому готовы сотрудничать, готовы работать с Москвой, удивлять, показывать. И мы пожелаем вам в этом удачи. Спасибо большое, спасибо.